говоря, нет, не знаю. А вы пойдете на выборы? Конечно, я каждый раз хожу на выборы. Скажите, а можно голосовать за несколько списков одновременно? Нет, за один, наверное, надо. Ну, за один, да. Я голосовал за один, можно только. Нельзя за разные. Я бы вообще ни за кого не голосовал. Потому что, в общем-то, ничего не изменится. А именно правила вы знаете? Нет, не знаю. По одному списку я знаю. Смотреть-то все можно в списке, да? Но за один список какой-то, честно, надо голосовать. Ой, вы знаете, вряд ли я вам отвечу. А вы знаете, когда будут выборы самоуправления в этом году? Ну, летом. Выбрал список, который надо. А один или несколько можно? Один. А на каких участках можно голосовать? Я могу на одном, на Ругеле. На одном участке. И сегодня еще можно поменять. А можно наголосовать досрочно? Вот это, кажется, как-то я не интересовался, но вот раз, кажется, нет. Я думаю, что за один список надо голосовать. А на каких участках? Я буду голосовать в пединституте. А почему? У меня, я рядом живу, на Цветокшине, там, около детской поликлиники. Несколько списков нельзя выбирать. Участок можно поменять, но надо предупредить заранее, насколько я знаю. Ну, вот такое вы правило. Скажите, а досрочно можно голосовать? Знаете, что вот этого я на сей раз не знаю. До сих пор можно было, а сейчас не знаю. Вроде бы нет с этого года. Одновременно несколько списков? Ну, я думаю, да, почему нет? Письмо, и там указано, на каком участке нужно голосовать. А можно голосовать за несколько списков одновременно? Нет, за один только. Вы знаете, я даже не в курсе, честно говоря, еще. Буду готовиться. При голосовании мы голосуем на тех участках, где мы задекларированы. Если депутат нам не нравится, то мы его вычеркиваем из списка. Если нравится, то ставим плюс рядом с именем и фамилией. Выборы состоятся 1 июня, если не ошибаюсь.